Я самый везучий человек в мире! Ну, теперь-то точно сдох. Вот только что он разговаривал с нами, а теперь... У него дикий стояк! Надо его уложить. Возьми книгу и вдарь по нему. У него стоит! Кто в этом виноват? Несчастный случай. Это вы его туда притащили! Теперь вы и тащите обратно! И в целости! А иначе я тебя по полной отжарю, Дэвид. Трахну так, как никто никогда тебя не трахал. Ты меня понял? Да. Вот вы пилот. Приходилось пилотки натягивать? Бывало. А это что? Помогите мне, пожалуйста. Если мы не доставим тело, пока оно не потеряло товарный вид, этот психопат нас убьет? И не только. Мальчики, вы в порядке? Сделаем это втроем с моей подругой. Она тоже извращенка. У меня нет предрассудков. Все будет хорошо. У нас все под контролем. Машина, уезжай! Мы кое-что оставили у вас в багажнике. В ящике. Похожем на пенис. Ваш друг в ящике в форме пениса? А? Да, пениса. Как пенис. Я представлю вас своей маме. Приветик. Ну, ни хрена себе. Вы что творите, извращуги? Нравится вам на тройнике? Да, но помоложе. Хватит ломаться. Мы никогда не попадем домой, если ты не переспишь с этой бабулькой. Соски не трожь. А можно без пощечин? Давай отойдем подальше. А? Зря я согласился на надгробную речь. А ты затянись немного. Для расслабона. Что-то мощно вштырило. Люк и я были друзьями много лет. Он был человеком с самым большим хреном. Что он сказал? Сердцем. Я хотел сказать с большим сердцем.